Так, да. Годовой доклад Amnesty International – это обзор ситуации с правами человека в большинстве стран мира за прошедший год. В частности, в нем представлены страновые главы, региональные обзоры и общий обзор общемировой. Есть глава и по Узбекистану. Та страна, где нас беспокоят очень многие нарушения в области прав человека. В частности, начинаем мы наш обзор нашего беспокойства по Узбекистану с темы пыток. Пытки в Узбекистане применяются повсеместно, регулярно, и власти не принимают необходимых мер по противодействию этому явлению. Более того, фактически это есть инструмент, используемый властями для решения своих задач, в частности в области безопасности тех, кто рассматривается как подозреваемые в экстремизме, в терроризме, связанной с ним деятельностью, как правило, являются в большей степени людьми, подвергнутыми проблеме пыток. Есть также серьезные проблемы в области свободы слова, собраний, объединений. Серьезно не настолько, но что на сегодня приехать в Узбекистан и на месте ознакомиться с ситуацией, пообщаться со всеми, в том числе с властями, практически невозможно. Страна стала практически закрытой, и это очень сильно удручает.